Евгений Блашук работает участковым инспектором в московском РОВД Бреста ровно год. Он охраняет безопасность жителей на веренной ему территории, куда входят 1720 жилых помещений. Регулярно проводит обход, встречается с людьми. И пусть он не раскрывает громких преступлений, но зато участковый – это самый открытый для населения представитель органа внутренних дел, который находится ближе всех к людям. Контакт важен как с любым человеком на участке, как с каким-то, скажем так, злоупотребляющим спиртными напитками, так и банально даже с теми же детьми, которые нашли какие-то ключи с брелочком и приносят его к нам, потому что вот хотят вернуть его владельцу. К участковому жители района могут прийти со своими проблемами и бедами и пообщаться напрямую, без посредников и бюрократических процедур. К нему обращаются за защитой и за советом в спорных ситуациях. Мотоциклисты гоняют по двору, много детей, машины. Маленькие дети во дворе, как бы сейчас видели, выставили, что ну, мамочки, все, они носятся, можно сбить. На наши претензии все, они не реагируют. Надо как-то, чтобы участковый инспектор разобрался. Компании, приходя сюда вечером поздно, они отдыхают шумно, распивают алкогольные напитки. Также детские площадки приходят в неугодность. Мы начинаем с ними спорить, где-то связывается какая-то конфликтная ситуация словесная. Мы приходим, обращаемся. Да, обращаемся часто, по сути, очень много моментов. Но они решаемы. Еще решается сугубо законодательство Республики Беларусь. Одной из эффективных форм работы участковый считает личный прием. Граждане должны знать, что каждую среду с 17 до 20 часов на общественном пункте охраны порядка их выслушают и помогут разобраться с проблемами. Вообще такая практика, она практика хорошая. Потому что многие просто боятся прийти. У кого-то не получается прийти. Кто-то определенно, например, в это время берет выходной, чтобы прийти сюда. Ну и это 100% гарантия, что здесь есть участковый, потому что участковый не сидит постоянно на опорном пункте, он ходит по участку, проверяет, он где-то отрабатывает какой-то материал и так далее. С целью повышения уровня взаимодействия органов внутренних дел с населением, оперативного решения имеющихся проблемных вопросов, принятия мер, направленных на защиту прав и законных интересов граждан, Министерство внутренних дел Республики Беларусь организован прием граждан участковыми инспекторами милиции. Практика показала, что наши граждане активно обращаются за помощью к правоохранителям. Людей интересует различный спектр вопросов, начиная от проблем, которые касаются земли, каких-то приусадебных участков, заканчивая взаимоотношениями с соседями, семейными проблемами, вопросами и рукоприкладством даже между близкими людьми. Отдельного внимания заслуживают случаи, когда наши граждане приходят, чтобы выразить участковым слова благодарности за их службу. Самые важные качества, которые помогают нести службу, это решительность, смелость и принципиальность. Но главное – это призвание. Каждый должен быть на своем месте. Не зря я сюда пошел, я могу так сказать. Это моя работа. Это то, чем я хочу заниматься далее, то, чем мне нравится заниматься. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.